Всех приветствую на канале Animal Life. Брошенная собака была похожа на высохший скелет, посмотрите на это преображение. К сожалению, на Бали живет огромное количество бездомных собак, ситуацию с которыми властям сложно контролировать. К счастью, некоторые добровольцы взяли решение этой проблемы в свои руки, стараясь дать несчастным, брошенным собакам еще один шанс. Это хаски по кличке Хоуп, которую бывшие хозяева оставили умирать на улицах Бали. Когда однажды вечером 26-летний Рика Сейгард шел с работы домой, он встретил полуживую собаку, на которой почти не было шерсти. Хоуп, больше напоминавшая мешок с костями, была напугана и крайне истощена. Если бы Рика не стал заботиться о Хоуп, она не прожила бы и пару дней. Но несмотря на плачевное состояние, в ее ярких голубых глазах теплилась надежда. После того, как Хоуп попала в любящий дом, она медленно начала восстанавливаться. За ней тщательно ухаживали, несколько раз возили к ветеринару, а еще много и вкусно кормили. Рика очень гордится новообретенным другом и делится фотографиями трансформации Хоуп в сети. Сегодня Хоуп – сильная и здоровая хаски с красивой густой шерстью и такими же ярко-голубыми глазами. Хоуп обожает Рика, который спас ей жизнь. Рика рассказывает, она любит ласкаться и съедает много печенья. Теперь Хоуп является частью большой и дружной семьи, ведь у Рика и его подруги есть еще 4 собаки, которых они также подобрали с улицы. Согласитесь, просто невероятная трансформация. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!